Думаю, многие играют в различные батлеры, тот же Hearthstone с мультиплатформенной доступностью, игра, которая является бестселлером Web2 гейминга и по сей день покоряет сердца геймеров. Но с ростом Web3 гейминга на его замену пришел Axie Infinity. Капитализация Web3 гиганта составляет более 600 миллионов долларов, месячная капитализация более 1,5 миллиона, о чем речь, если суточный процесс транзакции около 40 тысяч долларов. Заработок. Вот что разделяет Web2 и Web3 гейминг. И в Axie эта система реализована идеально. В игру можно залететь с вложением, а можно и бесплатно, что вызовет, конечно, более затратного по времени усилия, но только ваше умение составить технику боя, прокачки вашего Axie и крафтинга для него выстроит определенную стратегию для победы. Множество киберспортивных ивентов с лучшими призовыми, даже с выездом в другие страны для участия в турнирах, делают Axie Infinity аналогом Web2 киберспорта, а мультиплатформенность Axie делает игру доступной для всех, скачать ее не составляет проблем как на ПК, так и на мобилке. А получать всю основную информацию по проекту можно в группе AlexMVP, где Web3 играм посвящено немало контента. Итак, то, что игра топовая, капитализация огромная, и у вас как у игрока есть все шансы на успех, остается основной вопрос: как играть и как заработать на этом? Для начала зайдем на сайт Mavis Hub, выберем платформу и скачаем игру. Не заходя в нее, скачиваем Ronin кошелек и регистрируемся в нем. При входе в игру сканируем QR-код, и вход будет осуществлен с привязкой кошелька. Для получения базовых знаний по боевым системам, взаимодействиям с предметами, советую пройти обучение. На старте у вас будут открываться бесплатные акции постепенно, и пройдя всю главу кампании, вы откроете почти всех Axie. Нажав на иконку персонажа, мы можем изменить никнейм, аватар и рамку аккаунта. Во вкладке миссии вы можете понять, что вам нужно делать, чтобы получить определенные награды, где основной для прокачки Axie будут медали героев и сундуки эмблем. У нас есть ежедневные и недельные квесты, а также квесты для трех бесплатных Axie — Помодора, Момо и Виноки, где также есть информация о том, как их открыть. Вкладка Axie позволяет управлять по отдельности каждым из них, выставлять руны, предметы в каждое умение. Чтобы прокачивать Axie, нужно прокачать каждое умение, на которое и требуются те самые медали героя и эмблемы, которые находятся в сундуках, о чем я говорил ранее. При прокачке этих скиллов улучшаются их свойства и общее хп вашего Axie. А при прокачке всех навыков есть возможность сделать Axie совершенным, и он будет аналогичным купленному Axie. Все приобретенные Axie в аккаунте будут помечены буквой R и завязаны на ваш Ronin кошелек. Стоимость Axie обычно от 2 и выше долларов, вплоть до 8 кусков, но покупать их или нет решать вам, и об этом чуть позже. Во вкладке Team мы можем менять расстановку наших Axie, составляя таким образом свою тактику. Во вкладках инвентарь и коллекция находятся основные обилки для ваших Axie, влияющие на его апгрейд, части для крафтинга, предметы и различные заработанные мини-Axie токены. С каждым повышением уровня крафта повышается шанс крафтить ценный предмет. Чтобы скрафтить более ценный предмет, нужно добавлять банки SPL, которые можно купить или выбить в боях. Все скрафченные предметы с буквой R можно продавать на маркетплейсе, найдя их там, увидя среднюю стоимость и узнать стоимость вашего крафта. Основная вкладка в Play — это арена, где есть три режима, где основной для заработка и квестов — это ранговый и блиц. Флажок Ронин — это количество купленных Axie, и нажав на него, можно увидеть таблицу полученных SPL банок при победе от 3, 2 или 1 Axie в каждом ранге, а также частей крафта. У меня находится один купленный Axie, соответственно с ранга Beer 4 я только начну получать SPL банки в количестве 2 за одну победу. Соответственно, при повышении моего ранга вверх SPL награды будут чуть выше. Если у вас куплено 3 Axie, награды еще выше и так далее. Таким образом, крафт становится немного доступнее и, соответственно, больше крафтите полезных элементов. Чтобы повышать ранг, нужно выигрывать в режиме ранкин. Чем ближе вы к рангу челленджер, тем тяжелее идет продвижение вверх.
Итак, основы игры мы разобрали. Так как же заработать в нашей Axie Infinity? Основной доход идет от занимаемого места в таблице участников сезона. Да, сезон является основным фактором для заработка в этой игре. И для того, чтобы получать хорошие суммы, нужно просто всех разваливать. При начале сезона в разделах слева мы можем смотреть, в какой топ мы должны попасть, чтобы заработать мини-акси токены. 1000 мини-акси токенов – это один полноценный акси токен, стоимость которого в среднем 4,6 долларов. То есть за топ-1 награда, допустим, 445 тысяч мини-акси токенов. Приравниваем значение 1 к 1000, значит у нас 445 акси токенов стоимостью 4,6 долларов за 1. Соответственно, сумма за первое место у нас составляет 2050 долларов и так далее. Всего в сезоне 3 эры, где везде разная награда и длительность сезона около месяца. Все, что вам нужно, это играть и рейтинговый режим и повышаться в таблице лидеров. Закончилась первая эра, приступили к следующей и так далее. Помимо этого способа можно совместить заработок и с помощью крафтинга. Для этого я прикупил одного акси, чтобы за победу получать SPL. Лично я за неделю накрафтил предметов на сумму около 10 долларов за счет крафта. Следующий способ — это ивенты и недельные задания. Недельные задания обычно приносят SPL и 50 мини-акси токенов. А ивенты бывают приносят больше награды, чем за сезон. Но на данный момент сезон еще не начался, но он анонсирован. Поэтому в скором времени нам придется подобрать лучшие руны, предметы акси и самих акси для продвижения в топ и топового заработка. А наша гильдия МВП будет тестить сборки и опубликовывать в телеграм-аккаунте. Также там можно общаться по акси бесконечно, давая вам ценные советы, так что переходи по ссылке в описании. Лично я вкачал два бесплатных акси, это Помодоро и Момо. Прикупил одного танк-хиллера за пару долларов и собрал всем хорошие руны и предметы, при этом винрейт не хуже, чем у большинства игроков, которые купили три акси.